trước chúng ta đã học cái bài, một phần của bài Как мы учим русский язык. Đấy. À, bây giờ thì em sẽ đọc giúp thầy giáo cái bài này nào. À, đọc từ đầu nào. Как мы учим русский язык? Да. Это наша аудитория. Да. Мы сейчас на русский. Мы на учим уроке. Русский язык. На на уроке. Да. Мы учим русский язык. Да. Мы еще плохо понимаем по-русски. Да. Преподаватели спасибо за то, что Том обещает, спасибо, хорошо. Мы много работаем дома. Вы много. Трёх рơi vào đâu nào? À, вы cái много. Ngữ điệu nhấn мạnh vào đâu nào? Вы много работаете дома. Вы много работаете дома. Да. Нет. Нет, сейчас мало. Да. Город красивый. И я гуляю много. А вы хорошо знаете город? А вы хорошо знаете город? А вы хорошо знаете город? Нет, я знаю город и соп не хорошо. Потому что Я живу здесь недавно. Да? Том слушает внимательно и отвечает правильно и быстро. И быстро, И быстро, хорошо. Ирина слушает невнимательно, и она плохо понимает, что Том говорит. Я говорю, что я плохо знаю город. Да. Потому что я здесь недавно. А, có cái từ này chúng ta đọc là что. Đấy. Đọc là что. Что. Nhớ chưa nào? Đấy. Đọc là что. Nó không có âm thanh. Что. 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 Đấy. Nhớ như này, đấy. Так. À, хорошо. À, thế bây giờ chúng ta sẽ viết tiếp nhé. À, chúng ta sẽ viết tiếp phần 2 của chúng ta nào. Так. À, đến đây thì chúng ta đã xem hết phần 1 rồi, bây giờ chúng ta xem phần 2 nào. Phần 2. À, thầy giáo nói. Thầy giáo nói. Nói như nào? Nào? Thầy giáo nói. Thầy giáo là gì? Преподаватель. А, nói. Спас. Nói là gì nào? Nói. Говорит. 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 Преподаватель говорит. А, Рамон. Рамон. Đấy. Читайте. Читайте là dạng thứ mệnh lệnh của động từ читать. Đấy. Читайте, пожалуйста. Читайте, пожалуйста. Текст. А, Рамон, читайте, пожалуйста, текст. Да? А, có nghĩa là gì? Рамон, hãy đọc bài nào. Рамон. Đấy. À, hãy đọc bài nào. Đấy. Рамон, cậu hãy đọc bài đi nào. À, chúng ta thấy đây là thức mệnh lệnh đấy. À, chúng ta nhìn thấy thức mệnh lệnh. À, động từ của động từ читать. Читайте, читайте. À, đó. À, так вот. À, chúng ta sẽ nói tiếp nào. Рамон читает медленно и неправильно. À, Рамон đọc vừa chậm lại vừa không đúng đấy, vừa sai đấy. Đọc vừa chậm xong lại còn vừa sai. À, thầy giáo nói sao nào? Рамон, вы мало
работаете дома? Рамон, cậu làm việc ở nhà ít lắm đấy nhé. Đấy. À, anh chàng này nói sao nào? Читать по-русски. Трудно. À, thưa thầy là sao nào? Đọc tiếng Nga khó lắm ạ. Đấy. Читать по-русски трудно. Nà, đó. Sau đó thì đến lượt cô Sirpa đọc. Потом Sirpa. Читает. À, sau đó thì đến lượt Sirpa đọc đấy. À, Sirpa. Читает быстро и правильно. À, cô ấy đọc sao nào? Đọc rất nhanh và đúng đấy. À, nhanh và tốt. Она работает дома много. Đấy. À, chứng tỏ là gì? Cô ấy làm việc ở nhà nhiều. À, cô ấy học bài ở nhà nhiều thì là gì? À, cho nên là cô ấy đọc nhanh và đọc tốt đấy. À, хорошо. À, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đọc cái đoạn này nào. Em đọc nào. Преподаватель говорит. Рамон. Рамон. Читайте, пожалуйста. Читайте, пожалуйста, текст. Текст. Читайте, пожалуйста, текст. Текст. Да. Текст. Рамон читает медленно. Рамон читает медленно. И неправильно. Да? Рамон. Рамон. Вы мало работаете дома. А, написано. Читать по-русски трудно. Да? Читать по-русски трудно. Так, хорошо. Потом Сирпа читает. Сирпа читает быстро и правильно, да? Сирпа читает быстро и правильно. Она работает дома много. Да? А, вот так вот. А, thì như vậy đến đây là chúng ta đã có phần 2 của bài đọc đấy. À, phần 2 bài đọc tác. À, теперь мы будем задавать вопросы и будем отвечать на них. Хорошо? Да? À, bây giờ chúng ta sẽ đặt câu hỏi. Теперь мы будем спрашивать и будем отвечать на вопросы. Đấy. À, đó là gì? Bây giờ chúng ta sẽ đặt câu hỏi và trả lời cho những câu hỏi đó. À, так вот, bây giờ chúng ta sẽ xem phần thứ nhất của chúng ta nào. Phần thứ nhất đây. Đấy. Phần thứ nhất. À, đây là phần thứ hai. Так, chúng ta có câu thứ nhất nào. Это наша аудитория. Мы сейчас на уроке. À, мы сейчас на уроке. Thì bây giờ chúng ta sẽ hỏi như thế nào nào. Мы сейчас на уроке. Bây giờ bạn đang ở đâu ạ? À, chúng ta có câu. Мы сейчас на уроке. Мы сейчас на уроке. À, bây giờ chúng ta... Мы сейчас на уроке. Xin lỗi. Мы сейчас на уроке. А, đó. Bây giờ chúng tôi đang ở trên lớp học. Thế bây giờ chúng ta phải đặt câu hỏi như thế nào cho cái câu này? Bây giờ bạn đang ở đâu? À, как по-русски? Где мы сейчас? Мы сейчас на уроке. А, đó. Так вот, bây giờ chúng ta sẽ có câu thứ hai. Câu thứ hai của chúng ta là gì nào? Xem câu thứ hai. Так. À, Мы учим русский язык. Đấy. Мы учим русский язык. Đó. Chúng ta sẽ có câu này. Đây là câu trả lời. Đúng không? Đấy. Đây là câu trả lời. Vậy thì chúng ta phải đặt câu hỏi. Câu hỏi là gì?
Мы учим русский язык. Câu hỏi sẽ là gì nào? Nó. Các À, chúng ta học cái gì? Chúng ta học tiếng các Nga. Đúng không? các chim riêng À, thế bây giờ chúng ta học tiếng Nga thì bây giờ chúng ta phải đặt câu hỏi cho cái từ tiếng Nga này. À, đó. Chúng ta sẽ hỏi như nào? các chim Nó riêng các. Nếu mà các thì trả lời là học như thế nào rồi? Đấy. Chúng ta phải nói là gì? Chúng ta học cái gì? Học môn gì? Đúng không? Đấy. Cái gì môn gì thì là gì? Что? À, что? Đấy. Что мы Учим где? учим? Что мы учим? Đấy. Что мы учим? À, chúng ta học cái gì? Мы учим русский язык. Đúng không? Đấy. À, thì bây giờ chúng ta có thể đặt một câu hỏi khác nữa. Là gì nào? Bạn đang học tiếng gì? Đúng không? Đấy. Bạn đang học tiếng gì? Nói như nào nào? Что мы? Какой? Cho À. tôi mới Какой không какой phải riêng что mà là gì? Какой các язык? cô Какой yên язык мы учим? Đúng không? Какой язык мы учим? Bạn đang học ngôn ngữ gì? Đúng không? Đấy. À đây chúng ta câu hỏi какой? Какой? À đúng không? Какой nghĩa là chúng ta hôm trước chúng ta học rồi. Какой là gì nào? các cô là Nó. Какой là chỉ về tính chất đấy. Có phải không? Có đúng không nào? Đấy. Какой язык? Какой язык? Язык là danh từ giống được chứ hỏi là какой язык мы учим? Đấy. Мы учим русский язык. Đấy. À, так вот. À, хорошо. À, тiếp theo nào. Chúng ta có câu мы еще плохо понимаем по-русски. Мы еще плохо понимаем по-русски. À, đó. Câu chúng ta như vậy đấy. À, thế bây giờ chúng ta sẽ... Đấy là câu hỏi. À, câu trả lời đấy. À, đó, câu trả lời. À, thế câu hỏi chúng ta sẽ là gì nào? Мы еще плохо понимаем по-русски. Đúng chưa? Так вот. À, bây giờ câu Các hỏi chúng ta là gì cô nữa? À, đây à, chúng ta có trạng từ plохо. Plохо. Plохо có nghĩa là chúng ta hiểu tiếng Nga còn còn kém, còn tồi tệ. Đấy. À, nếu mà câu hỏi là plохо, à, trạng từ ở đây là plохо ở trong câu mà chúng ta muốn đặt câu hỏi cho trạng từ này, thì chúng ta phải đặt câu hỏi các. Chưa? À, các là như thế nào thì trả lời bằng trạng từ. Câu hỏi các là sẽ trả lời bằng trạng từ. Câu hỏi các cô trả lời bằng tính từ. Em hiểu chưa? Đấy. Đó. À, thế như vậy ở đây tiếp theo nào. Các mươi các và nhì mà mươi em anh mà dầm bù kì và bà bù kì Ruski. Chúng tôi hỏi hiểu tiếng Nga như thế nào. Các mươi và nhì mà em và Ruski. Мы понимаем по-русски еще плохо. Мы понимаем по-русски еще плохо. А, chúng ta sẽ nói như vậy đấy. Мы понимаем по-русски еще плохо. Đúng chưa nào? Так вот, đấy. А, так. À, хорошо. À, chúng ta xem tiếp chúng ta có câu gì nào. Câu tiếp theo của chúng ta. À, мы плохо понимаем по-русски. Преподаватель спрашивает. Vậy thì câu hỏi này, đây là câu trả lời. Thì câu hỏi là gì? Đây là động từ, chúng ta đặt câu hỏi cho động từ. Thấy chưa? Đặt câu hỏi cho động từ. À, vậy thì chúng ta nếu muốn đặt câu hỏi cho động từ thì chúng ta sẽ đặt câu hỏi như thế nào? Что делать? Что делать? Em hiểu chưa? Đấy. Что делать là câu hỏi cho động từ. Thế vậy thì chúng ta ở đây là gì? À, đặt câu hỏi cho ai? Cho преподаватель. Đấy. Что преподаватель делать? Không phải делать, mà делает. Что преподаватель делает? Thầy giáo làm cái gì? Thầy giáo hỏi. Đấy. Đúng không? À. Что преподаватель делает? Он спрашивает. À, đúng không nào? Hoặc là chúng ta có thể đặt câu hỏi thứ hai nào. Кто спрашивает? Ai hỏi? Ai hỏi nào? Преподаватель спрашивает. Đấy. À đó. Thế và ai trả lời? Tương tự như vậy chúng ta sẽ đặt câu hỏi. Ai trả lời? Кто отвечает? Кто отвечает? Ai trả lời? Chúng ta xem nhớ. À, Tom отвечает. Đấy. Tom отвечает. Tom отвечает. Đấy. Кто спрашивает?
Преподаватель спрашивает, а кто отвечает? Том отвечает, да? А, хивиза, а, кокол. Кокола. Том, как дела? Как дела? Да? Том, как дела? А, ты дат câu hỏi như thế nào cho cái câu này? Кто, как дела? Да? Thầy giáo hỏi Tôm công việc thế nào? Đấy. À. Преподаватель спрашивает Тома, как у него дела? Преподаватель спрашивает Тома, как у него дела? À, đây chúng ta thấy tập hợp các cũng nhiều vụ chúng ta biết, chúng ta đã biết cái tập hợp này rồi. Các cũng nhiều vụ có nghĩa là ai, công việc của ai như thế nào đấy. Các у кого какие дела, да? Các cũng nhiều vụ, các у кого дела, đấy. À, thầy giáo hỏi Tom công việc của Tom thế nào. À, thế bây giờ chúng ta có cái câu như thế thì chúng ta sẽ hỏi như thế nào? Đặt câu hỏi cho cái câu đó nữa. No. Thầy giáo hỏi cái gì? Что преподаватель спрашивает. Thầy giáo hỏi cái gì? Thầy giáo hỏi mày cái gì đấy? Đúng không? Các bạn hỏi nhau, thầy giáo hỏi mày cái gì đấy? À, thầy giáo hỏi tao là công việc của tao ra sao? Công việc của tao như thế nào? Đấy. À, đó. Что преподаватель спрашивает? Преподаватель спрашивает Тома. À, как у него дела? Да? Что преподаватель спрашивает? Преподаватель спрашивает Тома, как у него дела? Đấy. À, thì bây giờ trả lời. Tom trả lời sao? Что? Tom. Отвечает. Что Tom отвечает? Tom trả lời ra sao? Спасибо хорошо. Tom отвечает. Что? У него. Что? У него. Все. Хорошо. Все хорошо. Хорошо. Да? Tom отвечает, что у него все хорошо. Да? Có phải không? Tom trả lời rằng là công việc của cậu ấy mọi việc rất tốt đấy. Tom отвечает, что у него все хорошо. Так. Tom отвечает, что у него все хорошо, да? А, đúng không? Так вот. Да. А, хорошо. А, так. À, thì tiếp theo nào. À, tiếp theo. À, đến đây chúng ta đã có một đoạn rồi đấy. Đẩy lên nhá, cho nó cao lên như này. Так вот. Вот. Sẽ. Вот так. А то вы видите, что у него все хорошо. А, bây giờ chúng ta sẽ xem tiếp. Thầy giáo hỏi cái gì nào? Вы много работаете дома? Вы много работаете дома? Chúng ta sẽ đặt câu hỏi cho nó. Đấy. Đó. Chúng ta sẽ đặt câu hỏi thay thầy giáo. Nào. Tom работает дома. Дома. Много. Tom làm việc ở nhà có nhiều không? Tom работает дома много. No. Đúng không? Tom работает дома много. Trả lời sao nào? Tom отвечает. Tom отвечает. Что? Rằng. Trả lời rằng. Đấy. Tom отвечает, что он работает дома. Не много. Не много là gì? Là мало. Không ít. Tom отвечает, что он работает дома. Мало. Cậu ấy trả lời rằng là cậu làm việc ở nhà ít. Đúng không nào? Đấy. Tom работает дома. Мало. À, đúng vậy không? Так вот. А, хорошо. Tom работает дома мало. А почему? Bây giờ chúng ta đặt câu hỏi. Tại sao? À, tại sao cậu ấy làm việc ở nhà ít? Tại sao? Почему Tom работает дома мало? Почему Tom работает дома мало? Почему Tom работает дома мало? Потому. No. Потому. Tom работает. Tom работает.
Дома мало. Дома мало. Потому что, да? Потому что он город. Потому что город красивый, да? Город. Красивый. И он. И он гуляет много, да? Том работает дома мало, потому что город красивый, и он гуляет много, да? Так. Ты там хоть ты знал. А вы хорошо знаете город? Вы хорошо знаете город? Адам, ты знал зи? Знать là biết, да? Chúng ta sẽ đặt câu hỏi thay thế nào đấy. Sẽ đặt câu hỏi là gì nào? Том хорошо знает город. Том хорошо знает город. Том хорошо знает город. Trả lời sao? Том отвечает. Нет, нет, đấy. Chúng ta sẽ nói có thể là Том отвечает. Том отвечает, что он знает город. Знает город. Что он знает город? Еще плохо, да? Да. Еще не очень хорошо. Он говорит, что я знаю город еще не очень хорошо. Это значит, что еще плохо, да? Папа. Да, хорошо. Ты тут тема. Chúng ta có câu là Tom отвечает быстро и правильно. Chúng ta sẽ đặt câu hỏi gì cho nó? Как Том отвечает? Как Том отвечает? Том trả lời ra sao? Как Том отвечает? Том отвечает нет. Том отвечает как? Нет. Ну, как Том отвечает? Том отвечает? Нет, не. Нет. Причем тут нет. Том отвечает. Как Том отвечает? Том чалой энтонизина. Быстро или медленно? Он отвечает быстро или медленно? Чалой нянь хотя. Нянь. Быстро. Быстро. Он отвечает быстро, да? И правильно, правильно или неправильно? И правильно. И правильно, да? Том отвечает быстро и правильно, да? Том отвечает быстро и правильно, да? Потому что, Бибисана, потому что он слушает внимательно. Бибисана, кого инге тай, тыла чамчу, да? Он слушает очень внимательно, и он отвечает быстро и правильно, да? Так, хорошо. Теперь у нас какой? Как Ирина слушает и понимает? Как Ирина слушает и понимает? У нас самый кого не? Ирина слушает и понимает. Ну как? Плохо. Да? И неправильно, невнимательно. Дуна. Ирина слушает невнимательно, и она плохо понимает. Ну, так вот. Чего такого кого? Как Ирина слушает и понимает? Ирина. Ирина слушает. Слушает. Невнимательно. Невнимательно, да? И плохо понимает. Да? И она плохо понимает. Что? Что она плохо понимает? Что Том говорит, да? Что она плохо понимает? Кой hiểu cái gì kém? Hiểu những điều mà anh chàng Том nói. Том nói. Да? Она плохо понимает, что Том говорит. Да? Вот. Так. И что она спрашивает Тома? Что Ирина спрашивает Тома? Что Ирина спрашивает Тома? Том хой. Ирина Нигина.
Что Ирина спрашивает, Тома? Тома или на этой? Или на... Ирина спрашивает, Тома. А, Том, а, Ирина, да, хой, Том, Нина. Да? А, да, Ирина, спасибо, я, Том, ты говори, что ты хорошо знаешь город, да? А да? Чем-то зыкно. А чем-то верно. Ирина спрашивает Тома. Что ты хорошо... Тома? Да. А да? Что ты хорошо знаешь город. А да? Ирина спрашивает Тома, хорошо ли Том знает город. Да, кого-нибудь понимает, да? Хорошо ли Том знает город? À, đây chúng ta có thêm chữ ly. Хорошо ли? À, có biết tốt hay không? Đấy. Хорошо ли là tốt hay không? À, chúng ta học thêm cấu trúc đó đấy. Так, Ирина спрашивает Тома, хорошо ли Том знает город? Ирина спрашивает Тома, хорошо ли Том знает город? Том trả lời sao? Что Том? Том отвечает. Том trả lời sao? Том trả lời sao? Что Том отвечает? Том отвечает нет. Том говорит. Том говорит. Что он? Он еще. Еще плохо знает, да? Город. Знает город. А, потому что он. Что он плохо знает город? Почему? Потому что он живет здесь. Недавно. Он живет здесь, да? Здесь. Недавно. Ага, да? Он живет здесь недавно. Недавно, да? No. Том говорит, что он еще плохо знает город, потому что он живет здесь недавно. А, так, хорошо. А, хорошо. А, что потом преподаватель говорит? Sau đó thì ra nói cái gì? Что то, а что потом? Что потом? Преподаватель говорит. Thầy giáo sau đó nói cái gì? Nó. À, thầy giáo sau đó nói cái gì nào? Đây nha, chúng ta xem nha. Вот. Преподаватель говорит. Рамон, читайте, пожалуйста, текст. Да? А, Рамон, читайте текст. Рамон, hãy đọc bài đi nào. À, thế bây giờ chúng ta mô tả cái câu đó như thế nào? Что потом преподаватель говорит? Преподаватель говорит, чтобы Рамон, а, chúng ta сейчас зовут ты, чтобы Рамон читал текст. А, đây là cấu trúc câu hoàn toàn mới đối với em. Đấy. À, câu có từ чтобы, чтобы là để. Đấy, để. Để. À, để Рамон đọc bài. Читал. Читал là thì quá khứ. Đấy. À, nếu mà ở đây chúng ta nhìn thấy này, thầy giáo nói để cho ai đó làm cái việc gì đó, thì cái động từ mà cái người đó phải làm nó sẽ ở thì quá khứ. Преподаватель говорит, чтобы Рамон читал текст. Đấy. Đấy. Đó. Так вот. Ở đây là gì? Có từ чтобы. Чтобы là để. Thầy giáo nói là Рамон đọc bài đi. À, thế vậy chúng ta phải dịch, phải chuyển thành một cái đoạn. À, một dạng câu là gì? Преподаватель говорит, чтобы Рамон читал текст. Так, хорошо. Đó. À, cái cấu trúc câu này, cấu trúc câu đối với em hoàn toàn mới, cho nên chúng ta chỉ cần nhớ như vậy thôi. À, đến khi mà chúng ta rèn luyện thì chúng ta sẽ hiểu kỹ hơn về cái cấu trúc câu này. Đấy. À, bây giờ nói nè. Как Рамон читает? Рамон đọc bài ra sao nào? Как он читает? Он читает. Плохо. Он читает плохо. Он читает медленно, да? Медленно. И неправильно. Медленно. Да? А, Рамон читает медленно и неправильно, да? Да, да. Так. А, ты не вай, ты за ноги зи. Что преподаватель говорит? Что преподаватель говорит? Thầy giáo nói cái gì sau khi Рамон đọc bài nào? Thầy giáo nói gì? Рамон, вы плохо
Работаете дома. Вы работаете дома мало, да? Да? Так вот, умно. А, ты видишь, на самом деле, ноги куда? Преподаватель говорит. Фай. Что? Рамон, сила зет дома. Что ла ли килин ты де, кет нуй. Thầy giáo nói rằng, что này nó là rằng, да? Рамон. Рамон работает дома. Мало. Мало. Мало, да? А дай говорит, ты rằng này. Что, да? Преподаватель говорит, что Рамон работает дома мало, да? Ну, Ина. Преподаватель говорит, что Рамон работает дома мало. Так? Да. А ты тетна? Ты тупна. Преподаватель говорит, что Рамон работает дома мало. Так. Кто читает потом? Sau đó đến lượt ai đọc? Кто читает потом? Аня. А, cô gái tên là gì nào? Потом читает. Потом cô gái tên là Sirpa. Sirpa. Потом читает Sirpa. Да? Потом читает Sirpa. А, они будут говорить, hỏi. Как Sirpa читает? Как Sirpa читает? Как она читает? Sirpa читает хорошо. А, Sirpa читает. Хорошо. Хорошо, да? Хорошо. И быстро. Быстро и правильно. А, хорошо, ла, энда, чатэйма твой, на чикан. Быстро и правильно, да? Да. А, ты видишь, когда сэ, сэ, дат кухой. Почему? 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 Sirpa читает хорошо, быстро и правильно. Tại sao lại Sirpa lại đọc nhanh mà tốt như thế? Потому. Да. Chúng ta nói cả câu dài. Sirpa читает хорошо, быстро и правильно, потому что, да? Потому что. Потому что. Но. Работает. Она работает. Она работает дома много. Много, да? Потому что она работает дома много. А, đúng không? Так вот, да? À, хорошо. À, thế như vậy chúng ta ở đây chúng ta thấy có cả cái đoạn đối thoại chúng ta đây. Đấy. Nhờ vụt ta. À, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đọc lại cái đoạn đối thoại này nhá. À, theo vai nhá. Tác vụt. Giáo hỏi em nhá. Где мы сейчас? Мы сейчас на уроке. На уроке. Что мы учим? Какой язык мы учим? Нет, em phải nói мы учим русский язык. À, мы учим русский язык. Да, thì giáo có thể hỏi em. Какой язык мы учим? Мы учим русский язык. Мы учим русский язык, да? Как мы понимаем по-русски? Мы понимаем по-русски еще плохо. Еще плохо, да? Что преподаватель делает? Преподаватель спрашивает, да? Кто спрашивает? Кто спрашивает? Преподаватель спрашивает, да? Преподаватель спрашивает. А кто отвечает? Том отвечает. Что преподаватель спрашивает? Преподаватель спрашивает Тома. Спрашивает Тома, как у него? Как у него дела? Дела. Как у него дела? Дела. Trọng âm rơi vào A, да? Как у него дела? А что Том отвечает? Что Том отвечает? Том отвечает, что у него все хорошо. А, все хорошо, да? А, у него все хорошо. Так. А, Том... так. Том отвечает, что у него все хорошо. А Том работает дома много? Том отвечает, что он работает дома мало. Мало, да? А почему Том работает дома мало? Том работает дома мало, потому что город красивый. Красивый. И он гуляет много. И он гуляет много, да? Том хорошо знает город. Том обещает, что он знает город и все плохо. Плохо, да? А как Том отвечает? Том отвечает быстро и правильно, потому что он слушает
Внимательно. Внимательно. Внимательно, да? А как Ирина слушает и понимает? Ирина слушает не внимательно и плохо понимает. А что Том говорит? Что Том говорит? Да. А что Том говорит, да? А, так. А, Ирина слушает невнимательно и плохо понимает. А, что Том говорит, да? Да? А, думал. А что Ирина спрашивает Тома? Ирина спрашивает Тома, хорошо ли Том знает город. Да, хорошо ли он знает город, да? А что Том отвечает? Что он отвечает? Том отвечает, а Том говорит, что он еще плохо знает город, потому что Том он живет здесь недавно. Потому что он живет здесь недавно, да? Потому что Том живет здесь недавно. Хорошо. А что потом преподаватель говорит? Преподаватель говорит, что Баламон читает... Читал текст. Читал текст. Да? А, да? Преподаватель говорит, что чтобы Рамон читал текст. А как Рамон читает текст? Рамон читает... медленно, медленно и недавно. И неправильно, да? А что преподаватель говорит? Преподаватель говорит, что Рамон работает дома мало. А преподаватель говорит, что Рамон работает дома мало, да? А кто читает потом? Потом читает Сирпа. Сирпа, да? Сирпа читает. А как Сирпа читает? Сирпа читает здесь хорошо, быстро и правильно. И правильно, да? А почему Сирпа читает хорошо, быстро и правильно? Сирпа читает хорошо, быстро и правильно, потому что она работает дома много. А, потому что она работает дома много, хорошо. А, ты не выдала, а, bài tập này, да? А, bây giờ, chúng ta sẽ cùng nhau xem một số bài tập, да? А, так. Ở đây chúng ta sẽ có bài tập thứ nhất là những câu hỏi theo cái bài đọc vừa rồi chúng ta đã ôn đã học tốt rồi đấy. Так, что изучают студенты? Что изучают студенты? No. Что студенты изучают? Bản thân em mà thầy. Нет, студенты, студенты là các sinh viên ở trong bài đấy. À, đấy. Ở trong bài các sinh viên học что они изучают, что они изучают, động từ изучать là gì? Học. Chắc là học. Thế vậy thì đây người ta hỏi cái gì nào? Что изучают? Các học sinh trong đấy học cái gì? Ừ, học sinh trong đấy học cái gì? Đấy. Что изучают студенты? Студенты изучают по-русски. А, не по-русски, а русский язык. Русский язык. Они изучают русский язык, да? Что они делают в аудитории? Это... Ну? Это наша аудитория. Что они делают в аудитории? А, мы... А, они учим русский язык. Они? А, они учат. Они учат русский язык, да? Они учат русский язык. А как они знают русский язык? Как они понимают русский язык? Они плохо понимают по-русски. А, они плохо понимают по-русски, да? А, хорошо. А, как они говорят по-русски? Как они говорят по-русски? А Том говорит... Как они говорят? По-русски? Как они говорят по-русски? А, họ còn đang học, cho nên họ nói tiếng Nga như thế nào nè? Кем? А, они плохо. Говорят по-русски еще плохо, да? Еще плохо. Они говорят по-русски еще плохо, думаю, да? Да. А, так. Они говорят по-русски еще плохо. А, так, хорошо. Том много работает дома? Нет. Он работает... Он работает дома? Мало. Мало, да? Он работает дома мало. А, хорошо. А, так. А, он много гуляет?
Он много Да, он гуляет? много гуляет. Он много гуляет, да? Он много гуляет. Почему он много гуляет? Он много гуляет, потому город красивый. Потому что город красивый, да? Потому что город красивый. Хорошо. Так. Как Том отвечает? Как Том отвечает? Как Том отвечает? Он отвечает. Câu ý trả lời ra sao nào? Câu ý trả lời ra sao? Он, как он отвечает? Как он отвечает? Отвечать là gì? Là trả lời, да? Как он отвечает? Он отвечает быстро или медленно? Хорошо или плохо, да? Trả lời sao? Том отвечает. Он Том обещает хорошо, быстро внимательно. Внимательно, да? То отвечает быстро, хорошо и правильно, да? Так, хорошо. Ты тел на. Так, как Ирена слушает и понимает? Как Ирена слушает и понимает? Ирина Слушает и понимает? не Ирена слушает и плохо понимает? Плохо, да? не обрыва внимательно. Она слушает невнимательно, да? И понимает плохо, хорошо. Кто потом читает текст? Кто потом читает текст? Потом читает текст. Ну? Рима. Кто потом читает текст? Ai sau đó thì đến lượt ai đọc bài đọc? Рима. Tôi читает Рамон, đấy. Рамон. Батон. Потом Рамон читает текст, đấy. Кстати, Потом Рамон читает текст, đấy. Да. Потом читает Рамон текст. Как Рамон читает? Рамон читает плохо, не внимательно. Рамон читает плохо, да? Рамон Плохо. читает плохо, медленно и неправильно, да? Он читает медленно и И неправильно. Медленно и неправильно, да? Хорошо. Рамон читает медленно и неправильно. Почему Рамон читает медленно и неправильно? Медленно и неправильно, да. Почему? Почему Рамон потому читает медленно и работает неправильно? дома Да. мало. Потому что он работает дома мало, да? Потому что он работает дома мало. Кто потом читает после Рамона? Крипа. Сирпа. Сирба. Да. Сирпа, да? Сирпа. Потом читает Сирпа. Как Сирпа читает? Сирпа доктор Сауна. Как Сирба Сирпа читает? читает хорошо и Хорошо. правильно. Хорошо и правильно, да? Сирпа читает хорошо и правильно, да? Почему Сирпа читает хорошо и правильно? Потому Сирба работает дома много. Потому что Сирпа работает дома много, да? Да? Сирпа работает дома много. Много. Да. Потому что Сирпа работает дома много. Так вот. Хорошо. Thế như vậy vừa rồi chúng ta đã làm cái gì nào? Vừa rồi chúng ta đã học hỏi và trả lời theo cái bài đọc. Thì nhiệm vụ khi học bài đọc để làm cái gì vậy? Học bài đọc để chúng ta mở rộng
mẫu câu và từ vựng đấy. Thế nhưng mà vấn đề ở chỗ là gì? Sau khi học bài đọc xong thì chúng ta phải biết hỏi và trả lời đấy. Đây chúng ta phải biết hỏi và trả lời. Như vậy thì giáo sẽ gửi cho em cái phần hỏi và trả lời này, và em sẽ đọc rất kỹ phần này, đọc nhiều lần nhé. Đấy, em đọc nhiều lần, đọc đi đọc lại. Ở trong này có câu hỏi này, câu trả lời này, đó là những mẫu câu hỏi và trả lời. Nó tạo cho em cái những cái mẫu câu để giao tiếp. Em hiểu chưa? Đấy. Dạ vâng. Em hiểu chưa nào? Đấy. Đó, thì giáo đã gửi cho em rồi nhé. Bây giờ em phải làm gì nào? Đối với cái bài đọc này là em phải đọc nhiều lần này. Là một, thứ nhất là đọc nhiều lần. Cái thứ hai là em phải cố gắng viết một vài dòng đấy. Cố gắng viết được khoảng chục dòng thì tốt. Đấy. Tập viết theo đúng cái chữ viết tiếng tiếng Nga viết tay nhé, để cho nó quen, em hiểu dạ. không? Đấy. Em không viết viết được được, thầy các ạ. bạn không viết được thôi. Nhiều bạn nghiên cứu sinh, học nghiên cứu sinh xong bây giờ vẫn không viết, xong đến khi phải làm luận án các bạn bảo là viết chữ in có được không? Viết chữ in đường chẳng có ai viết chữ in cả đấy, người Nga người ta viết con chữ thường viết tay đấy. Thế vậy thì Dạ. muốn làm quen thì chúng ta phải tập viết thôi. Thì đã gửi cho em cái bảng chữ cái viết tay tiếng Nga rồi, cứ dựa theo đó mà chúng ta viết, nhớ chưa nào? Đấy. Em viết được thầy. Dạ. Em biết được hả? Đấy. Thế như vậy là bài học hôm nay chúng ta sẽ tạm dừng tại đây. Cảm ơn em và hẹn gặp em trong buổi học tới nhé. Vâng, Спасибо, anh xin до bật đất свидания phi nhé. ta nha. До свидания. Các bạn đang xem video trên kênh Vui Học Tiếng Nga do Hoàng Video giảng dạy. Chương trình dạy online bộ môn tiếng Nga được thực hiện hàng ngày với nhiều bài học ở các cấp độ khác nhau. Trân trọng xin mời các bạn bấm đăng ký theo dõi kênh để nhận bài thường xuyên, bấm like và chia sẻ bài. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã ghé thăm kênh. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các video tới.